Партнерство стран Прибалтики в области инновационных технологий. Правительства трех стран Эстония, Литва и Латвия подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере. Согласно этому документу, между странами будет налажено экономическое сотрудничество, в том числе и в инновационной сфере. Министерства Эстонии, Литвы и Латвии признают важность развития рынков капитала и прочной институциональной структуры для решения трансграничных проблемных ситуаций в странах Прибалтики. Они также планируют поддерживать развитие инновационных решений на рынках капитала и современных технологий, например, блокчейн, отдавая предпочтение региональным финтех-решениям, говорится в меморандуме.